Трамвайное движение в Твери планируется возобновить в 2023 году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов. Реконструкция трамвайного движения в Твери станет вторым этапом развития новой транспортной модели региона. На первом этапе все маршрутные такси и троллейбусы заменили на современные низкопольные автобусы, которые уже работают на всех маршрутах города. Согласно планам, второй этап развития транспортной модели включает в себя реконструкцию как минимум двух трамвайных маршрутов номер 5 и 11. Протяженность трамвайных путей города составит 23 километра. Для возвращения трамваев на маршруты старые рельсы заменят на новые, бесшумные. Будет полностью реконструировано депо и приобретены 22 новых вагона. Планируется, что по маршрутам будет ходить 30 трамваев. Трамвайное движение будет организовано по выделенной линии, чтобы как можно меньше пересекаться с автомобильным. Трамвайное движение в Твери было временно приостановлено в ноябре 2018 года. После этого не утихали разговоры о том, что движение будет возобновлено. В конце 2019 года в разговорах о реорганизации всей системы пассажирских перевозок в Тверской области Минтранс также заявлял, что трамвайное движение будет восстановлено к февралю 2023 года.